Поймали пьяным за рулем. Потенциально опасного для окружающих водителя автоинспекторы выявили совершенно случайно. «Жигули» пятой модели они остановили на улице Тецовская для рядовой проверки документов. Тогда и возникли подозрения, что мужчина, находящийся за рулем, не трезв. Подтвердить или опровергнуть это мог алкотестер. Что он показал, знает Альбина Минибаева. За что вас остановили? Запах алкоголя. Водителя «Жигулей» пятой модели автоинспекторы остановили для рядовой проверки документов. Но, подойдя к водителю ближе, почувствовали запах алкоголя. Для того, чтобы подтвердить свои подозрения или их полностью опровергнуть, сотрудники ГИБДД вооружились алкотестером. Прибор показал 0,344 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина действительно был нетрезв. А вы выпивали сегодня, получается? Сегодня нет. Нет, вчера выпивали. У вас достаточно, получается, хоть сказать? Получается, что так. Андрей не отрицает, спиртное употреблял, но только за день до этого. И считает, что алкотестер показал не совсем верный результат. Говорит, если бы знал, что алкоголь еще не выветрился, за руль точно бы не сел. В таком состоянии он попадается впервые, однако спорить с результатами прибора все же не стал. Сейчас ему грозит лишение водительских прав сроком до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Альбина Минибаева, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.